Пришедшее в регион потепление в ближайшее время может смениться резким похолоданием. И чтобы избежать ледяного апокалипсиса, коммунальщики расчищают ливневки. В первую очередь убирают снег с решеток дождеприемных колодцев, а затем проливают их горячей водой. Вот снег нападал, мороз, снег. И то есть образовался там в дождеприемниках наледь, лед или жесткий снег. Он воду не пропускает. Горячей водой это растапливается все и начинает дождеприемник работать. В усиленном режиме откачивают воду и в местах подтопления, где нет ливневок. По городу дежурит 11 бойлеров. Всего в особо опасных местах 1070 дождеприемников. То есть вот в первую очередь это места движения общественного транспорта, то есть особо опасные места, низкие места. То есть в первую очередь будет там организована эта работа. Не допустить обледенения ливневок поручил на еженедельном совещании в департаменте ЖКХ первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он напомнил недавнюю историю с Приморьем, где после ледяного дождя населенные пункты оказались без электроснабжения, а на дорогах образовалась гололедица. Попрошу в этом вопросе максимально отработать самим, с персоналом и не допустить позицию, связанную с обледенением. Тем более, если это было бы, уходили на минус 20, а если мы уйдем там на минус 4, минус 5, оно, проведя предварительную всю работу, то точно мы вот того бешеного обледенения, которое было в Владивостоке, можем избежать. Владимир Василенко также поручил коммунальным службам обработать улицы, в первую очередь тротуары, специальными реагентами, а руководителям УК и ТСЖ следить за качественной расчисткой и вывозом снега с городских территорий. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.